Так, чисто по приколу решил продемонстрировать, на что способен Zero Voltage Switching. Это двухтактный генератор с переключением в нулевом напряжении. Питание 240 Вт, 24 вольта, 10 ампер. Работает на сердечник с низкой магнитной проницаемостью. 10 витков суммарно. Вот, и сейчас я сюда подам напряжение. Здесь скрепка стальная. Сейчас посмотрим, что с ней произойдет. Мне уже жарко от нее. Она начала гореть. Все, растаяла. Вот такой вот Zero Voltage Switching. За счет переключения в нулевой точке транзистор абсолютно холодный.